Жил-был на свете один купец, добрейшей души человек. У него была большая семья, жена, двое сыновей и дочь. Но однажды случилось несчастье, умерла его любимая супруга. Мужчина тяжело переживал утрату, и чтобы хоть как-то развеять свою печаль, решил отправиться в путешествие. Он взял с собой старшего сына, Ивана, и поехал в дальние страны. Долго ли, коротко ли, отец и сын добрались до одного города. Там они узнали, что местный царь объявил конкурс на лучшую песню. Купец и Иван решили принять участие, чтобы выиграть приз и вернуться домой богатыми людьми. Однако перед началом конкурса они встретили старушку, которая предупредила их об опасности. Она сказала, что во дворце живет злой колдун, который превращает всех участников конкурса в камень. Несмотря на это, купец и его сын решили рискнуть. Они пришли на конкурс и выступили так хорошо, что все зрители были в восторге. Однако, когда они закончили петь, злой колдун появился перед ними и превратил купца в камень. Иван же успел убежать, благодаря своей смекалке и быстроте. Молодой человек не мог смириться с тем, что его отец стал камнем. Он решил во что бы то ни стало вернуть его к жизни. Иван отправился на поиски колдуна, чтобы сразиться с ним и освободить отца. По дороге он встретил много трудностей и испытаний, но все они казались незначительными по сравнению с главной целью. Наконец, Иван нашел злого колдуна и бросился в бой. Колдун оказался сильным противником, но юноша был настойчив и бесстрашен. Он победил колдуна в честном поединке и вернул своего отца к жизни. Купец и сын вернулись домой, где их ждала младшая сестра и мать. Все они жили долго и счастливо, и никогда больше не покидали свой родной дом.